Почти 10 миллионов рублей вернет в государственную казну предприниматель из Уфы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следкома. По версии следствия, за два года, с 2014 по 2016, предприниматель приобрел несколько земельных участков в Уфимском районе на 3 миллиона рублей. В дальнейшем участки были проданы уже за 77 миллионов рублей. В ходе налоговой проверки выяснилось, что при доходе в 73 миллиона декларации в налоговую подсудимый не предоставлял. В результате на недвижимость предпринимателя наложен арест на почти 10 миллионов рублей. Кроме того, суд приговорил предприимчивого гражданина к штрафу в размере 50 тысяч рублей, а также взыскал 9 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.